Чествование лучших медиков года уже стало традицией в Северокурсамской региональной больнице. Только в этом году введено новшество. Теперь не только определяют лучшего медицинского работника, но и присваивают почетный титул в различных номинациях. Так Агита Кукайна получила приз за развитие реабилитации в больнице. Реабилитация – это выздоровление после какой-то болезни. Она имеет огромное значение при любом заболевании, требующем длительного процесса выздоровления. Реабилитация – это работа мультидисциплинарной команды – врача, физиотерапевта, эрготерапевта, логопеда, всех по необходимости. В нашей больнице чудесная команда, в которой работают два физиотерапевта, эрготерапевты, два массажиста. Есть широкие возможности физикальной терапии. Я рада, что в этом году оценили и реабилитацию. Врачом года признана руководитель педиатрической службы Ева Озола. Ева работает в Венсполсе относительно недавно, 6 лет, но за эти годы заслужила признание и со стороны пациентов, и со стороны коллег. Конечно, это приятно, кому это не понравится. Насколько я понимаю, приз вручали по количеству высказанных благодарностей, а это вдвойне приятно. Я здесь не так много отработал, есть те, кто здесь дольше проработал, может, они и больше заслужили. Но все равно спасибо. Титул отделения года был присвоен сразу двум отделениям – гинекологическому родильному блоку, также реанимационному отделению. Я рада, и коллеги рады признанию нашей работы, которая очень трудная и порой слишком тяжелая и ответственная. Наше отделение действительно отличается от других. Ситуация может быть разной. Жизнь – хрупкая вещь. Нам надо спасать жизни. Иногда печальный исход бывает. Мы рады, что нашу работу оценили. Руководство Венсполской больницы в будущем возлагает надежду на Веронику Мишечко. Вероника по окончании Венсполской школы выбрала профессию медика и, закончив учебу, по выходным приезжает работать в Венсполскую больницу. Моя вторая специализация – это почки. Я учусь на почке. Нефрологии. Ага, то есть продолжаете еще обучение? Я продолжаю. Я еще в процессе обучения. Есть надежда, что все-таки вы когда-то вернетесь к нам и будете здесь врачом работать? Это один из вариантов вернуться в Венсполс и работать здесь как интернист в отделении и как нефролог тоже. Естественно, как региональная больница, у нас свои возможности и по обследованию, и по лечению. Но если смотреть по всей Латвии, так как я видела несколько стационаров рижских и вот Венсполс, ну да, на очень хорошем уровне. Обладательница титула опора Талсинского филиала Северокурсамской больницы, главный врач Бригита Айшпуре, в следующем году отметит 40-летний юбилей трудовой деятельности. Но манис я даудз откарикс вис сарснецискайс дарбс практис Талс слимница ю... От меня зависит работа врачей в Талсинской больнице. Я руковожу врачами и тем персоналом, который под ними, хотя ими руководят другие. Я очень довольна. Мне всегда нравилось работать с больными пациентами. Я от врачей всегда требую, чтобы они свое внимание уделили пациентам, чтобы они обращались с пациентами, которые поступили в нашу больницу душевно, чтобы отзывы были самые лучшие, чтобы мы сделали все, что можно сделать в нашей больнице на современном уровне. Северокурсамская региональная больница делится на два филиала – Венсполский и Талсинский. В обоих филиалах работает 525 работников, обеспечивая оказание многопрофильных медицинских услуг. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.